денег, но жаль, что поделать. Если решил уезжать, уезжай, незачем медлить. Кто здесь любил тебя, кто тебя знал, все не помеха. Вышел из дома, пришел на вокзал, сел и поехал. Сел и поехал. Сел и поехал. Стрелки, как белки, навстречу летят. Светки на ветку. Люди и звери подходят к путям, просим монетку. Полка, футболка, вагон, ресторан, карты, ипотека. Вышел на станции, хлопнул стакан, сел и поехал. Сел и поехал. Свою часть этого прекрасного вечера, который потом продолжится, ну, вы сами знаете, чем? Выступлением, наверное, самой народной российской группы «Чайф», которую мы все ждем. Так вот, чтобы завершить нашу часть выступления, мы сыграем для вас песню. Она печальная, но красивая. И знаете, почему она сейчас прозвучит? Потому что в жизни нашей будет огромное количество еще радости, большое количество встреч, побед, тигров. Всего чего угодно, но вот такого роскошного сентябрьского вечера, как этот, точно не будет. Будут другие, может быть, еще лучше. А сейчас мы прощаемся. Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно, ах, как бы начало вернуть. Невозможно, немыслимо.
и прошло. Это чудесно. Для вас с наслаждением играла команда «Несчастный счастливо! До скорых и радостных встреч! Пока!